Некоторым муниципалитетам Югры из окружного бюджета выделят дотации. Все для того, чтобы обеспечить сбалансированность бюджетов городских округов и муниципальных районов. Такое решение принято на заседании правительства региона. Дополнительные средства получат Белоярский, Березовский, Кандинский, Советский районы, а также Лангепас, Нягань, Пытьях, Радужный и Урай. В общей сложности бюджетам предоставят 588 миллионов. Помимо этого, на основании поручения губернатора Югры, учитывая обращение главы Березовского района, бюджету муниципального образования выделено свыше 160 миллионов на частичное возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров воздушным, водным и автомобильным транспортом. Более 300 тысяч югорчан получат выплату ко дню образования округа. Такое решение принято на заседании правительства Югры. Выплата составит 1000 рублей. Деньги перечислят неработающим пенсионерам, проживающим на территории округа. Выплату югорчане получат в преддверии 93-й годовщины образования округа. До 8 декабря в беззаявительном порядке средства получат граждане, состоящие на 1 декабря 2023 года на учете в окружном агентстве социального благополучия населения. Ожидается, что выплату получат 303 тысячи человек. В Югре утвердили комплексную программу строительства. Собственную программу Югра запускает первой среди регионов. Инициатива разработана, чтобы повысить эффективность управления строительным комплексом Югры. Проект предусматривает объединение госпрограмм автономного округа, развитие жилищной сферы и развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики. В общей сложности под полный контроль Депстроя и ЖКК Югры перейдет 181 объект здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, экологической безопасности и других отраслей с выделением подпрограмм по направлениям. Почти 1500 дольщиков в Югре восстановили свои права. Об этом сообщило правительство округа за 2023 год. В регионе ввели в эксплуатацию 6 домов. Таким образом, жилье получили 470 пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан. Отмечу, что в ближайшее время к заселению готовится дом в квартале «Любимый» в Сургуте. Его уже сдали в эксплуатацию. Совсем скоро ключи получат еще 286 семей. Добавлю, что на сегодняшний день в Росреестре проблемных числится еще 6 многоквартирников. Заселение ждут 672 человека. Работы по достройке домов идут в соответствии с графиком. Две жизни унес неудачный маневр в Октябрьском районе. 11 ноября около полудня на автодороге Нягань-Таллинка 34-летний водитель Audi пытался совершить обгон, выехав на встречку. Audi столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», который двигался во встречном направлении. В результате происшествия 38-летний водитель «Лады» погиб на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. Годовалая пассажирка Audi скончалась в течение суток в больнице. Водитель иномарки и трое его пассажиров, в том числе 7-летняя девочка, получили травмы. За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано 10 ДТП, в которых 2 человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. 14 получили травмы, в их числе один несовершеннолетний пассажир. Сотрудники госавтоинспекции задержали 50 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 55 водителей и 111 за нарушение правил перевозки детей. Еще один автоураган вышел в рейды по Сургуту. Полицейская машина, оборудованная камерами с обзором в 360 градусов, поступила на службу. Это уже четвертый автомобиль с умными камерами в Югре. Две патрулируют улицы в Сургуте, один в Нижневартовске и один в Ханты-Мансийске. Эти умные транспортные средства хорошо зарекомендовали себя в деле. Система «Автоураган МС» фиксирует до 100 правонарушений за рейд, включая такие, как управление автомобилем без прав, стоянка в неположенном месте, превышение скоростного режима. Помимо этого, система способна отследить угнанную машину.